Всем привет! В эфире Юмор Бокс и ушатальный репортаж. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Но, верьте, друзья, наступит наверняка бабье лето. А знаете почему? Потому что мы сегодня находимся в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» на открытии сезона. Как вы думаете, чем театр «Русская песня» отличается от остальных театров? Тем, что это прекрасный театр. Это наши корни, это культура невероятная, музыкальная культура, культура аранжировки. Я очень люблю музыку, я помешанный, я счастлива здесь. Одной из главных задач вот, – применение различных современных средств при подаче какой-то вот такой вот национальной истории и фольклорной истории. И это всегда очень интересно. И мне кажется, это вообще такое, ну, мало кто это делает, вот именно вот в этой подаче такой. Поскольку Надежда Георгиевна и ее коллектив, они все-таки используют фольклорную музыку и вводят эту музыку в спектакли, существует определенная стилистика театра, она музыкально-драматическая. Это вообще новая театральная форма, в которой объединено очень много и направлений, и исторических моментов каких-то, и тем не менее это очень современно. В честь открытия театрального сезона я принесла с собой театральную маску. Мы сегодня с золотой маской такой, возьмите, пожалуйста, да? Она такая вот немножко ушатальная. Отто, я думаю. В общем, она такая необычная, она театральная, и тот, кто ее одевает, тот начинает говорить правду. Давайте, хорошо. Попробуем эксперимент. Михаил. Денег нет у меня. Михаил, расскажите. Раз про деньги заговорили, не буду спрашивать, сколько вы получаете. Ну, я получаю очень мало. Мы верим вам. Она мне не нужна, потому что я от того страдаю, что я вечно ляпаю то, что я думаю. Это травмическое качество. Поэтому я живу в Гальяново, а не на Кулингаре. Какие ваши дальнейшие творческие планы с театром «Русская песня»? Рассказывай. Знаете, мы сейчас работаем над этим. Но, знаете, боюсь говорить, случится или не случится, потому что вот когда договор будет подписан, когда все уже, вот, ну, как бы сказать, тогда уже можно говорить... сказать, что это правда. А сейчас это только вот все в замыслах. Но то, что будет, то будет. У меня должна быть премьера в этом театре. На мой взгляд, в очень интересной постановке, которая будет произведена по Куприну, по его произведению «Яма». Я очень жду этой премьеры и надеюсь, что зрители, которые хорошо ко мне относятся и которые любят театр, обязательно посетят эту премьеру. Вы смотрели вот другой состав этого спектакля? Колю Добрынину? Нет, к сожалению, потому что когда Коля играет, я не могу. Да, да, но Колю я очень люблю, сейчас правда, видите, говорю, вот, и очень рад с ним играть эту роль, делить с ним участь председателя Ревсовета. Я бы даже сказала, делить такую жену. Делить жену — это самое приятное, ну, конечно, не всегда, но с Надеждой Георгиевной, конечно, я ревную, когда она играет с Николаем Добрыниным, но я думаю, что он и тоже ревнует, когда играю я с ней. Ну, это вообще очень интересно и почетно, мне кажется, принимать участие вот в становлении, в рождении нового театра. Мне кажется, вот я прям принимаю это участие, да. Я вообще всем зрителям всегда желаю одного – хорошего настроения и чтобы гармония была внутри. Если ее нет снаружи, то пусть она будет внутри. Я желаю всем покоя, радости. Ходите в театр, получайте удовольствие. Просыпайтесь с музыкой и засыпайте с музыкой, как делаю я. У меня то классика, то радио-джаз включен. Вот. И танцуйте. Ну, конечно, ходить в театр, ходить на любые премьеры и стараться увидеть в них то, что в них вложил автор, то, что в них вложили актеры. Мне кажется, что это всегда позитив. Вашим зрителям я пожелаю больше улыбаться, больше читать книги, больше любить друг друга и приходить в театр «Русская песня» хотя бы потому, что здесь играю я. Друзья, благодаря этой театральной маске мы узнали всю правду о театре. Это был ушатальный репортаж на Юмор Бокс ТВ. И с вами была самая правдивая ведущая Дарья Шаталина. Пока! Ушатальный репортаж. Ушатальный репортаж.
Ушатальный репортаж. Ушатальный репортаж. Всем привет! В эфире Юморбокс и ушатальный репортаж. А я иду, шагаю по Москве. Именно в этом фильме впервые появилась Ирина Мирошниченко, которая празднует сегодня юбилей в театре «Русская песня». Как вы познакомились с Ириной Мирошниченко? О, это такая давняя история, очень интересная, даже немножко криминальная. Ой, давно, знаете, очень давно, и я в восторге. Наверное, лет 7 назад. Заочно ты мы знакомы, наверное, еще с моего рождения, потому что я знаю все фильмы наизусть. Не так, как обычно знакомимся артисты, где-то на сцене или в гримерках, или на совместных каких-то работах. Давно по фильмам ее, а так вообще нам приходилось просто вместе участвовать в разного рода концертах. Или даже 8. Это когда мы встретились, она была настолько открыта, она была настолько вот поглощена этой встречей, вот правда заряжаешься, есть чему учиться. Ирина была уже не просто узнаваема, она была любимая и желанная актриса всех тех, кто видел ее на экране. Мне везло, я видел ее еще и в театре. На самом деле Ирина Петровна младше меня лет на 5, потому что сегодня вот на сцене я увидела, что она всего 25 лет на эстраде, а я уже 30. Так что вот как-то так и живем. Можете ее охарактеризовать одним словом? Королева. Ослепительная. Невероятная. Энергичная. Достойнейшая женщина. Она одним не могу. Честный, чистый человек, который занимается своим делом и любит это дело, и у нее здорово это получается. Пожелать этой блистательной актрисе, очаровательной женщине, чтобы она сохранила свою форму, чтобы ее сердце еще продолжало так же страстно и горячо биться, и чтобы она получала удовольствие от работы и от жизни. Здоровье. Здоровье, энергии бесконечной. И чтобы не пропадала вот эта способность удивляться. И чтобы рядом всегда с тобой были такие друзья, как я. И я очень хотел бы, чтобы она продолжала раскрывать все новые и новые грани своего дарования, а мы могли бы радоваться этому, потому что Ирина Мирошниченко – это всегда радость для всех зрителей. Что можно пожелать, если у нее как бы все есть? Стоит, наверное, пожелать ее зрителю побольше с ней находиться и греться в ее лучах, ее доброты, ее таланты, ее тепла и абсолютно, кстати, не звездность, а человеческой простоты и естественности женской. Ой, Ирина Петровна, здравствуйте. Вы знаете, я как-то себе немножко по-другому вас представляла, а вы такая, настоящая актриса, правда? Ой, Ирина Петровна. Вот и все. Друзья, компания замечательно прекрасная. Юбилей удался. Встречайте друзей почаще и будьте с нами на юморе. Желаю вам хорошего настроения. Пока! Ушатальный репортаж от Шаталиной.